Левон Иштаян – культовый футболист для Армении. Во многом благодаря его игре Арарат выигрывал чемпионат и Кубок СССР. Сейчас Левон живет в США, куда он перебрался в конце 80-х ради детей. В 1988 году в Армении начались демонстрации. Посмотрел на все это и решился на переезд, чтобы дети могли поступить в американские вузы. Ради получения разрешения на выезд Иштаяну пришлось расстаться с квартирой, которую он получил, будучи игроком Арарата. «У меня выбора не было. Или отдавай, или никуда не поедешь». А квартира была шикарная, четырехкомнатная в самом центре. Находясь вдали от родины, Иштаян старается помогать своим друзьям по Арарату. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.